Мозговой штурм поможет снизить уровень преступности в Югре. Сегодня в Ханты-Мансийске заседание комиссии по профилактике правонарушений прошло в новом формате. Полицейские, волонтеры, чиновники и общественники искали способы борьбы с преступностью на стратегической сессии. Участники разделились на 5 групп по разновидностям правонарушений. Внимание уделили вымогательствам, разбойным нападениям, дистанционным кражам и мошенничеству. К слову, с начала года количество последних выросло на 12%. По мнению организаторов, такой мозговой штурм поможет выработать новые методы профилактики преступлений. Много доверчивых граждан находится, которые добровольно отдают свои деньги преступникам. Поэтому уговоры, просьбы, информирование как-то мало действуют. Поэтому это одна из все-таки основных направлений, которые бы хотелось сегодня услышать и выработать какой-то, может быть, прийти к какому-то общему знаменателю, что будет способствовать снижению данного вида преступления.